теряю что-то важное. Из-за ломкости вы теряете больше волос, чем кажется. Но можно сократить потери на 55%. На 55%? Есть способ. Пантин 2 в одном. Он воздействует на самые слабые участки волос, возвращая им силу и помогая избежать ломкости. Сильные волосы не сломаются. Пантин. Начните со здоровья. Чистое изображение, абсолютно плоский экран, мощный пространственный звук, LG Flatron. Новое тысячелетие. Распахни глаза. LG. Да еще, понимаете, первый ребенок, как бы опыта нет. Куча подгузников. Перепробовали. Мы искали, искали. Я просто считаю, что они все одинаковы. Тогда я вам предлагаю сравнить ваш подгузник и новый памперс. Как вы думаете, что сейчас будет? Будет все равно влажно. Так, чтобы до конца впитывали, я считаю, что такого просто не может быть. Как? Влага осталась. А теперь памперс. Сухая. Можно еще раз? Давайте. Эти памперсы нам подходят. Я не верила в этот эксперимент. Эта разница между подгузниками вам важна? Конечно. Почему? Такие вопросы, на самом деле. Потому что это мой ребенок. Потому что я его очень люблю. Пришло время исполнения желаний. Присоединяйся к тем, кто уже получил подарки. Телевизор Philips с потрясающим изображением и звуком. CD-плеер Philips, чтобы слушать любимую музыку всегда и везде. Кока-колу и есть еще супер-подарок Renault Megane. А? Условия конкурса на обратной стороне этикетки. Просто напиши самое светлое и доброе пожелание и начни Новый год со сказки. Кока-кола, загадай желание. Представляем новый ас с красной крышкой. С ним ваши вещи дольше останутся белоснежными и будут выглядеть как новые. Спрашивайте новый ас с красной крышкой. Бобтейл – это истинно пастушья собака, способная охранять отару до 100 овец в любую погоду. Как я знаю, что она здорова? Да по шерсти. Это значит хороший сбалансированный корм. Шерсть должна быть длинная, густая, шелковистая, мягкая, ну как он сам. Новый педигри Вайтекоут рекомендуется ведущими собаководами. Ну, он гениальный ребенок, я же всем говорю, что он гениальный. А вы уверены в своих подгузниках? Да, на 100%, конечно, я бы им не пользовалась просто. Может быть, есть какие-то подгузники, которые еще... Лучше? Да. Я бы знала. А может быть... Не может. А проверить хотите? Запросто. Возьмем ваш подгузник и новый памперс. Вот она, водичка пошла. А, какое безобразие! Ну, понятно, все, мокро. А теперь памперс. Сухо. Даже вытирать не нужно. Ноль. Обидно, вот еще все дело. Почему? Потому что у них 4 пачки. Я была в них уверена. То есть памперсы видно, что лучше. Моя дочь много репетировала перед показом в танцевальной школе. За сам танец можно было и у нас. Вот юбка все время липла к ногам. Тогда я использовала Ленор. Во время выступления дочь выглядела просто прелестно, как маленькая принцесса. Ленор буквально преображает белье. Можно ли добиться такого же великолепного результата, как при чистке Комета, но заплатить при этом меньше? Конечно. Представляем Комет в новой экономичной упаковке. Теперь идеальный порошок для чистки и дезинфекции стал гораздо дешевле. Кстати, можно пересыпать порошок в банку из-под Комета. И готово. Комет чистит, дезинфицирует и дешевеет. Лучше не найти. 6. Отражение здоровья вашей собаки. Новый педигри Vitacoat. Его уникальная сбалансированная формула включает цинк и линолевую кислоту, которые улучшают состояние кожи и шерсти изнутри. Новый педигри Vitacoat. Ваша собака светится здоровьем.
Здоровые зубы. Здоровые десны. Здоровое дыхание. Здоровая белизна. Все это Блендамед Комплит с мультистатом. Пусть улыбка сияет здоровьем. Да еще, понимаете, первый ребенок, как бы опыта нет. Куча подгузников перепробовали. Мы искали. Я просто считаю, что они все одинаковы. Тогда я вам предлагаю сравнить ваш подгузник и новый памперс. Как вы думаете, что сейчас будет? Будет все равно влажно. Так, чтобы до конца впитывали, я считаю, что такого просто не может быть. Как? Влага осталась. А теперь памперс. Сухая. Можно еще раз? Давайте. Эти памперсы нам подходят. Я не верила в этот эксперимент. Эта разница между подгузниками вам важна? Конечно. Почему? Такие вопросы, на самом деле. Потому что это мой ребенок. Потому что я его очень люблю. Баунти. Это сладкие минуты гармонии и счастья. Пусть в новом году их будет больше. Баунти. Райское наслаждение. Надо же, ни на одной из фотографий я не улыбаюсь. Вот если бы мои зубы были белее. Но как этого добиться, не испортив их? Теперь есть новая зубная паста Блендамед «Здоровая белизна». Тогда как в обычных отбеливающих пастах могут присутствовать элементы, повреждающие зубную эмаль, Блендамед «Здоровая белизна» содержит эластичные микрочастицы, которые безопасно очищают и отбеливают зубы. Поэтому вы можете использовать ее каждый день. Это я 4 недели назад. А вот я сегодня. Посмотрите, какие у меня белые зубы. Блендамед. Пусть улыбка сияет здоровьем. Как и любая женщина, я хочу нравиться себе и окружающим. Поэтому я выбираю Камей. Его натуральные увлажняющие вещества делают мою кожу мягкой и бархатистой, а настоящие французские ароматы позволяют мне создавать свой неповторимый стиль и чувствовать себя самой желанной. Камей. Секрет неотразимого обольщения. Пришло время исполнения желаний. Присоединяйся к тем, кто уже получил подарки. Обед в Макдональдс на двоих каждый месяц в течение года. Белого плюшевого мишку. Запас Кока-Колы на целый год. И есть еще суперподарок Рено Мегана. А? Условия конкурса на обратной стороне этикетки. Просто напиши самые светлые и добрые пожелания и начни Новый год со сказки. Кока-Кола, загадай желание. Из-за ломкости вы теряете больше волос, чем кажется. Но можно сократить потери на 55%. На 55%? Есть способ. Пантин 2 в одном. Он воздействует на самые слабые участки волос, возвращая им силу и помогая избежать ломкости. Сильные волосы не сломаются. Пантин. Начните со здоровья. Вы помните реакцию мамы на свой подгузник? Влага осталась. И новый памперс. Сухая. Эти памперсы нам подходят. Посмотрим на Настю. Когда вы утром снимаете памперс? Как-то неудивительно. Попка сухая абсолютно. Хотя он такой тяжелый, но много-то там написал за ночь. Она дольше может играть. Может быть, она стала взрослее. А может быть, именно связано с памперсами. То, что ей удобно. Я стала спокойнее за здоровье своего ребенка. Я жалею, что мы раньше ими не пользовались. Очень жалею. К Новому году новый Milky Way с банановым и клубничным суфле. Но только для детей. И только в Новый год. Служить примером во всем, в том числе и в одежде, часть профессии учителя. Поэтому я стараюсь одеваться со вкусом. При моей работе частые стирки неизбежны. Зарплата у нас небольшая, возможности обновлять гардероб мало. И хочется сохранить в хорошем виде то, что имеешь. С порошками, которыми я пользовалась раньше, это означало постоянное застирывание, раз за разом, стирка за стиркой. И я поняла, что я порчу свою одежду. Я не думала, что порошок может решить эту проблему. Потом я попробовала Ариэль.
Благодаря своим уникальным компонентам, Ариэль отстирывает одежду за один прием. Поэтому раз за разом, стирка за стиркой, одежда выглядит безупречно. В Ариэль одежда служит гораздо дольше. Не застирывайте одежду. Ариэль – безупречный внешний вид одежды. Надолго. Так что и в наше время можно держать марку. Ну вот. А ты уже загадал желание? Загадал. Ну вот, а ты уже загадал желание? Загадал. Бобтейл – это истинно пастушья собака, способная охранять отару до 100 овец в любую погоду. Как я знаю, что она здорова? Да по шерсти. Это значит хороший сбалансированный корм. Шерсть должна быть длинная, густая, шелковистая, мягкая. Ну, как он сам? Новый педигри Вайтеколд рекомендуется ведущими собаководами. Представляем новый ас с красной крышкой. С ним ваши вещи дольше останутся белоснежными и будут выглядеть как новые. Спрашивайте новый ас с красной крышкой. Шерсть. Отражение здоровья вашей собаки. Новый педигри Вайтеколд. Его уникальная сбалансированная формула включает цинк и линолевую кислоту, которые улучшают состояние кожи и шерсти изнутри. Новый педигри Вайтеколд. Ваша собака светится здоровьем. После того, как вы перекусили, самое время позаботиться о свежести вашего дыхания. Поэтому жуйте Orbit Wind Fresh. Его уникальный вкус придает вашему дыханию по-настоящему зимнюю свежесть. Orbit Wind Fresh предотвращает кариес и придает вашему дыханию зимнюю свежесть.